Понял, Валера, ничего не думаю. Это было ГУЛАГ еще, 20 тысяч. Че? О, нихуя! У тебя танк есть, Габини Брок? Блять. Пойми, как прочитать. Ладно, спекнись на этого босса в танка. Бош с третьим, хорош. Чисто такое-то. Раскол стакать побыстрее. Так локар же у него танк, нахуй. Я вроде как танк. Так, три танка. Вы слабые, умираете. Кого слабый, блядь? Что ты мне тут, блядь, затираешь сейчас, нахуй? Ну ты опять сдохнешь и скажешь хилы, говно. Не так? Я по факту сказал, нахуй. Прямо. Ебаните столик. У кого на АП? У Мирами будет? Да. А масло есть в подарок? Еще что хочешь? Ну, Юля раздавала тут раз. Юля, есть масло на миликов? Ксюха сегодня кто желает. Может, берите с ГБ. Кто не может, трейд мне на АП. А как с ГБ брать звание какое-то? Дайте, блядь, нормально. Не заслужил. Да сколько еще служить надо, блядь? Не знаю. А Валентайн, походы? О, клоун, ебать. Клоун может брать? Ну-ка. Бля, в натуре. Не, я не могу. Я только вижу. Надо будет опять талант не качать. О, одна связка, да? Все, взял. А, это. Ну, 3 стака хватит, 3 часа, типа, масла на АП хватит, на рейд. А Лукар, ты почему ты в ДД? 4. Или ты в ДД? Ты его как ДД брал или что, я не могу понять. Нет, это ГДК танк. Ну, стыдно. Алукард, алло, алло, есть связь? В танка. На АП кто-то может продать баночку масла? Справа стоит привлекательная эридарка. Ради тебя могу отдать спекнуться вон холика. Но на ребре не буду, ребро может сложить, а дальше вон холики могут быть. Не знаю, конечно, сколько они стоят, я всегда 155 даю. Раз, два, три, паладина. Я вижу на себе каску и МП5. Смотрим, каска, утер, МП5, мейклав. Войт, что ты в рейде делаешь? Так, сейчас я поставлю. Кулаки сделаю. Сейчас. Энха нету? Нет. Вроде дал. Кирилл. А, чё? Ебани истерию с пула. Да. Гер? А еще лужу полей там? Хуя запросов. Пожалуйста.
А чего вам бланом лужи дает? Только ДКшнешь, когда разливаешь, или паладиновской там, или чуть-чуть? ДК. Что она вам дает? Там Атроника урон дополнительно. А, понял. Ебать. Ладно. Че, проведете, не? Коби, ну ты давай, не надо талп нажимать, запутишь, он здесь существует. Вот сука. Блять, чел на Коби, лучше, блять, нахуй ты вообще спекался в танка, нахуй. Дай БР, дайте БР быстрее. Прожми себе лукард, нажми из баунд. Лукард, затаунти босса. Прохил, дайте ребаф по ДК. Сука, Коби, нахуй. Ханта. Да все там пизда уже, нахуй танк. Дайте диваны. Коби, нахуй, спекайся в ДД. Войд, давай. Блистай. Сейчас Милфан туда. Ясно, хули, нахуй. А он что, стаунтил, да? Меня сложило из-за того, что, блядь, Коби нахуй забрал босса, блядь. Я не знаю, зачем он таунт нажал, блядь. И вообще, нахуя он таунт использует на этом боссе, блядь. И когда я, блядь, перетаунчивал, никто рядом со мной не стоял. Соответственно, весь клифф полетел в меня одного, нахуй. Это был не таунт. Не успел отражаться. Да какой нахуй не таунт? Ну, блядь, вот. Смотри, я, блядь, смотри, что вихрем, это было. Я перед вихрем перетаунчивал. Вот я линканул, что это было. Это дразнящий удар. Ну, значит, дразнящий удар, блядь. Он же 100% 3-ти создает. Ну, он как таунт. Он как таунт действует так же. Ну, из-за того, что, блядь, я один, нахуй, в итоге меня, блядь, сложило полностью клевом. По одному въебал. Давай-ка, стоим срез, наш герой. Кирилл, ты будешь рыбу ставить? Ну, да, я поставлю, если ты хочешь. Пускай потом этот лукар тоже спекается. ДД, Войд, будешь со мной танить. Будет проще. Ебать, нихуя. Сука. Да нихуя. Блядь, да заебал. Я говорил, у тебя судьба танка. Не, да нихуя. Ты скажи, ты РЛ, ты самый главный, ты скажи, блядь, тебе надо две истерии. Вот, давай на этом остановимся. Ну так у меня бот две истерии. Это Алукард и Феникс. Нет, моя плюс Кирилл. И третья тогда будет алукардовская. Видишь, какой я умный? Нифига, ты считать умеешь? Да Кирилл, а чё ты думаешь, он не скиллованный или чё? Я ничего не думаю. Мне достаточно этого трая было, нахуй. Так хотя бы 8 боссов, ебать, там на профа, там куда, ну, на квартальных, давай я тогда спекнусь, а тут хотя бы дайте побить, блядь. А Лукар, ты чё, не скиллованный, блядь? Void's life matter, я считаю. Дай подамажить парню. Майся, ты чё там? Ладно, ребят, меня которые сейчас там... Меня почему-то вылетает. Что вчера, что сегодня, у вас нормально всё работает? Да. Пипец. Ковёр, не доигрываешь. Ну на крайняк, если что, взять там этого Акуму и утировав во второго хапала ебануть. Если будет вылетать. О, еще один вылетел.
Танки, пожалуйста, стойте в одном фрейме со мной все время на этом боссе, нахуй. Чтоб не было хуйни. Смотрите, танки, вот ваша путеводная звезда, и она должна выжить любой ценой. Так сказать, спасти рядового Феникса. Хм. Ебать, сколько ты фильмов знаешь. Один. На художественный фильм спиздили. А, ну это естественно. Уже два. Так, если я вспоминать начну, дохуя найдется фильмов. Но пока-то два. Догму никто не смотрел? Такое не знаю. Ну Догма, ебать, еще. Там это, Джей, молчаливый Боб. Опа. Пиво Бушам плюет в РЗ. Конфликт. О, я докупил 20 свечек на пал. 4, 3, 2, 1. Вара, вы там, блядь, крик на хп вообще, блядь. Там. Нажимаете? Вара, я, похоже, забыл рассказать вам про акцию. Босс без раскола минус 1000 каждому. Вы обязаны жать раскол. Ладно, типа Феникс, он тут первый раз. Коби, пиво, БШ, почему вы только сейчас одумались? Пупроки с двумя буквами П и машет. Ебать, разумал. Он дранутый. Где Пхоеникс? Надо, чтобы Пхоеникс не умер. Ебать, давай, на, в лужу. Там эффект только остался от нее, она уже не дамажит. Она, наверное, пролагала, хуй знает. Ну тебе после вихря нарастили, если я еще смогу дать. По идее, да. Можно откидаешься сейчас. Пиздец. Это ты стрелебоем дамажишь? Чем? Стрелебоем дамажишь? Конечно. А сколько у тебя осколков? Один. Не пизди, блять, я там помню на прошлом или на позапрошлом тебе там что-то 6 или 7 штук упало. 6. 5 плюс 6. 1. Обычно. Чё, давайся. Да. Ну что это за хуйня? Подъебало, подошло.
Так у него Лукарда охуенно хп дохуя. Боже, Эрзагод, Икс. Все, и дальше вон Холика, короче. Шипаешь по маху. Какого нахуй? О, Лукарда попросишь шестили. Рыть говна. Теперь будешь давать по мирами. Чё вы там стоите? Вот, забирай помощников, если я оставлю ещё куда-либо. Вернитесь, ресните бедолагу. Хотя а ладно, бежит. Сам. Там, блядь, добежать и портануться можно. Я, блядь, маману спиздил. Всё нормально. Отдай. Подъебало, не подходите, они шкливые эти ревнители. Ну-ка, а того помощника сюда ко мне грипаните. ДКшники скиллованы. Второго. Ой, еще раз потеки. Ладно, похуй, сам заберу. Че там, РДД, бейте вот этих двух. Че, давай два паука одновременно. Незыбки есть. Алло. Че, второго аверю? Не надо, нахуя, пизду. Ну незыбки есть же, с хилом скучно. Пол хп снесли. Че, агрим уже? Уже. Войди, ты больной, успокойся, ты сейчас в танк пойдешь. Ну ебать. Так я в танке, видишь, из-за боя. Уже сагрили. Ну это типа что быстрее, а то пока одного сагришь, до другого добежишь, блядь.
Рыбка в сундуке уже. Войт, у тебя фласка на ХП есть? Или у кого-нибудь? Что-то забыл взять. Да, алкашная есть. Давай. Вообще. Один, три справа, два, четыре слева. Лукар, ты танешь с левой стороны, если что, трэш. Dungeon Master, прием. Его приверженцев очень долго бить, прям очень долго. Контроль Лока. Если вы будете бить своих, я буду ебашить вам минус еб. Неважно, это сет, не сет, что. Помощники выходят скоро. И МК тоже скоро. Ты не в силах, противец, я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Грипни. Блять, на щиток не повесил. Грипнул, блять, ебать, в щиток, ну. Не уешить за контроль. Фаза, заберите босс. МК сейчас. Контроль. Отведи босса. Круто было, но... Это сколько? Минус 6? Закрой балла. Массия Берни Валентайма, Валентайм Вайда. Кто-то Коби поднял. Кто? Зачем? Почему? Блять. Заговорился. Знам. И типа ты опять сдох. Мелики раки не сбивают кастрелы.
Если б ты знал чуть больше, чем 1 плюс 1 равно 2, то знал бы, что она стреляет всегда, независимо от того, как ты кикаешь каст или нет. А если Лукар, ты не кикаешь, ты еще больнее въебет. А Лукар, ты, может, забирай босса, как бы, блядь, меня гроз рвают, нахуй. Опять так висит. Это моментальная стрела просто. Не, ну если вы добьете, это будет интересно. Да добьется, нахуй, ребят. Контроль мага. Пока он вас не поубивал. Или вы его. Рез. А квест на чумку уже, да? Да. Чем могу помочь? Портуйтесь за бафом. Лукар, ты знаешь, как танчить на том корабле, этого Мурадина? Лукар, прием. Он с тобой не разговаривает. Сука. Лукар, алло. Он хуярит аддон, смотри. Да пиздец, блядь, я просто... Упси, убили всех его. Не, там по два мага просто... Ударяешь Мурадина там три раза лпшками, потом эскейт нажимаешь, не бьешь его, чтобы стаки на нем быстро не копились. Два мага ждешь и потом улетаешь, короче. Куда вы, сука, я бежите? Просто... Ну мобы стоят, блядь, алло. Я просто хочу обмыться, блядь, ебаная жара, нахуй, весь потный вонючий. По халаву хотя бы обмыться.
по-бырому. Возвращайтесь назад и бейте мобов. Назад и бейте мобов. Забывают что-то про них. О, это я не знаю, сюда. Зачем вы их оббегаете, если их все равно бьют. Че ты говоришь потанчить? На нашем корабле еще я 3 минуты перейду буквально. Ага. Обмоюсь. То я, блин, вспотел весьма. Вот мне пиздец. Да можешь помыться, я потанчу корабль. Могу сурка потанчить. Хотя не, я подамажил бы. Четыре плюса на кубы. Ну вот, первые 4. Кубы, пушка, нахуй разница. Одно и то же. Пятый ты, как всегда. Сейчас Black Dark зайдет. Запустим. Дайте ГБшку. Смотри на Кирилла. Че, ты там его скинуть хочешь? Да как я скину, я наверху просто. Он за мной следует. За мной следует. Прекрасно. Прекрасно будет, когда колба выпадет. Так ты его не заберешь. Почему? Так ты же Редрик по мейну. Да. Ну вот. Ну, колба, я и говорю. А, колба, я клык услышал. А, да и клыка заберу, похуй. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну когда МТ заберут, да и все, я заберу, хули. Не, я следующий. А тебе нахуй клык? Да, ничего не буду когда-нибудь. РБК те же. А, ебать. Ну только после меня даже. После меня. Не-не-не, тут ты после меня. Я фул ЕП на оф ебану, да и все. Ебать, че, не жалко. У меня фул ЕП это 8000. Ну вот 9 ебану. А чё так мало? Чё ты брал? Печеньку за 18 на прошлом ПД. Блять, вот сука, цены, конечно, на печеньки. Ну чё там, ауру огня кто-нибудь включите. Броню, короче, поставлю. Ладно, третью. Полетели. Все зависли, прием. Прием.
Алло, 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 блядь. Алло, 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 Вой, тебя не слышно, прием. Да, да, все ясно. Сука, я думал, это я только звезд. Алло. Алло, Вой, ты что-то говоришь? Да. Скажи, если ты что-то говоришь. Раз, два, три. Тебя не слышно. Прием. Сука. Так понимаю, это ваш перерыв после профа, поэтому наслаждайтесь. Еба. 7 зрителей, смотри-ка, нихуя. Вот популярность. Я понял. Это кто смотрит? Эрза, Мирами. Ой, да забанили. Утерхаус, Ондра, Дима, кто это хуй знает, Фен какой-то, Вале. Вот такой, а кто такой Эрза? Ебать, да хуя что-то людей смотрит стрим, не хрась. Нихуя ты популярный. Пиздец. Нихуя себе. Пора на другую платформу выходить, мне кажется. Ну это потому что Валера нахуй в рейде, поэтому все и смотрят. Конечно нахуй, я лично только поэтому. Плюс, плюс. Так вот не могу, загадка все, кто это, не могу никак понять. То есть Варс не коммерца нахуй, да, есть мой. Короче, сегодня падает колба, мне вообще похуй. То что-то разница в ДПС колоссальная нахуй. Я думаю, один и тот же человек или нет. Квар же лучше манты. Разве нахуй? А хуй его знает. А кто такой лучший мант? Это Эрза? Ну это да. The second your name, you know? АК? Yeah. Вы что, блядь? Американцы какие-то, что ли, блядь? Shut the fuck up, man. Пиарите на английском, блядь. Ну, умеем, да. Что, в Америку ездили, что ли? Калифорния. Не обязательно уметь английский, если ты только в Америку ездил. Не, ну у тебя нигерский акцент, ты рэп любишь? Ну, возможно, нигерский акцент. Он так теперь называется. Я сам с Калифорнии, Майами Бич, понимаешь? Я одного типа видел в этом, блядь, где же он, в Экзальте, так играл, не помню как ник, но он говорит, я, говорит, с Калифорнии, нахуй. Это я. Да нет. Пиздец, мой, ты нахуя сервер уронил, блядь? У него другой ник был какой-то, да это ты мыться пошел, что-то, видать, замкнуло, нахуй. У него другой ник был, да? Это Валера, блядь, постарался, блядь. Да это Кринг, Кринг Кин зашел, блядь. Кринг Кин. Кто? Кринг? Ты. Кринг? Кринга. Я понял. Откуда ты научился по-английски пиздеть? С Майами. Че, реально? Не, Калифорния. Да не. Не, ну я прям реально слышал вот. Да он два слова на английском сказать не может. Ну он, я и слышу, блядь. Ну-ка, пиздани чем-нибудь. Америка за свободу. Не обязан. Ну вот. Видишь, не можешь. Он не знает, как это сказать. Все, давай. До побачення. До побачення. Здоровенькі були. Беба. Давай, нах. Беба. Канах. Беба. Так это... Ебать, там что-то выкатили уважаемые игроки. Там так уважаемые это... мы. Уважаемые. Так ты что, 50 Cent слушаешь, да? Я в 2007-м слушал. Что это, блядь, за хуйня? Эрзо. Что там, они смешное что-то написали? Да. Ебать, там дохуя что-то читать. Второй этап продлится с 30 июня года. До 2 октября года, включительно до 23.59. В этом этапе произойдет некоторые изменения в PvP. Расскажем о них вам. Первое. Кринге Кинг будет дамажить 300к. Второе. Фоеникс не будет умирать на ребре. Третье. Мирами соберет 2 шема. Четвертое. Валентайм соберет 2 волонира. Пятое. Юля будет абсорбить 300к в секунду.
Мы, Вайт, пошли вниз, спустимся на секунду. Кто? В РБК пати. Зачем? Я? Пойдем. Ах ты пидор. Извини. Да, он такой, кстати, ты не знаешь, писал Беба. Блять, что-то аватарки у всех какие-то странные. Вот у Септи Флеш вообще пиздец, какая-то страшная ебала, блять, бабка какая-то. Нормально. А у тебя не страшная, нет? Не охуенная. Че тебе не нравится? Ну да, похоже, похоже, как я это занимаю. Да этой фотке 10 лет, блядь. Да я понял то, что... А я думал, сначала ты учитель, короче. Да, блядь, географии, нахуй. Видишь, там сзади, блядь, доска, нахуй, с картой, блядь. Учитель, блядь? Если бы я был учитель, нахуй, то ты был бы, блядь. Мне кажется, по какому признаку ты это понял, блядь, блядь. Взрослый, блядь, у нас в школе такие же висели хуйни, блядь, Славян 30 лет, бородатый, хули, блядь, нет, у меня кореша тоже учителями работают. Ну, во-первых, учителя бородатыми не ходят, это раз, блядь, ну и только для профессора... Вот у меня историк, друг, он, блядь, с бородой, нахуй, нормальный ходит. Не, историкам разрешается, понимаешь, историкам разрешается, нахуй. Да нихуя, блядь, это не знаю, а это у вас заходите. Славян. Что это? Ты, где это такое вообще? Славян. Я вот у меня в универе, да, там много кто бородатый. Давай стрим. И профессоры, блядь. Давай. И деканы, нахуй. Что-то, блядь. Смотрели со Стивеном Сигалом фильм «Руслан»? Ну, там нет. Тип такой говорит, давай, а тот говорит, давай. Нет. Руслан? Нет, иди смотри. Ну ладно. Ну хотя бы весь можешь не смотреть, там отрывок, как он по-русски матерился. Разрешил тебя. Можешь весь не смотреть. Ну ладно. Да, блядь. Так а нахуй его весь смотреть? Беба, блядь. Беба. Блядь, ты как по ночам в такую жару засыпаешь, блядь, расскажи. У тебя вентилятор стоит? Не, я окно открываю. На фул. Пизда, вообще, блядь. Но оно у меня прям под диваном. Слушайте, ну короче, я над диваном. Самое главное, там корабли убиты или нет? А, блять, мы же сдохли. Или мы убили? Нет, думаю, мы не убили. Самое главное, они, короче, для получения призовых PvP переделали, типа, что из 13 недель в сезоне, 9 недель, ты, ну, каждую неделю ты должен минимум отыгрывать 10 игр. Ну, типа 9 из 13 недель у тебя должно быть отыграно 10 игр раз в неделю, либо ты не удаешь призовые. Ну, то бишь, одну неделю проебал, нахуй. В сумме ты можешь только 4 недели проебать. Если проебал 5 недель, все, ты нихуя не лутаешь, даже если у тебя там топ R1 будет. Шумани. Вы все в доллара не пацаны. Ебаный долларан, сука, блядь. Слышь, Валера, видел? Там, короче, челик. Снес нахуй колонны, и они, короче, в метро ёбнулись. Типа на лестнице. Ну, типа, прямо у меня рядом. Сегодня было? Да, я сегодня проходил мимо, там колонны в метро лежали. А случайно не на каршеринге? Короче, я... А я не знаю, там, короче, я тебе скинул. В гичат посмотри. Короче, репати надо, так понимаю. Ну, давай. Вот я сегодня там мимо, короче, проходил. Плюсуйте. Прокусился в метро, там вообще пизда. Там столько народу было, пизда. Ну, типа, рядом. А так вроде никого не убило. Рами. От того, что вы плюсуете два раза, это вам не поможет. Тут дохуя челиков, они могут пизды дать. Ебать, долбоёб, блядь.
А прикинь, это на башку свалилось бы, ебать, нахуй, чувак. Тогда, вообще. Ну, типа, чел, это сразу РФ. Пиздец. Ондра, я нашел тебе место, где можно потестить взрыв пета. Андрей. Взрыв пета? Да. Надо, чтобы Лок пробежал. Лок, ты где? Беги сюда, я тебе боб дам. Да, не агрессивно. Интересно, сколько импед снимет хп? Сейчас взорвем ради интереса. Все, надо шкаф ебашить быстренько. Бах. Ух, ебать там нахуй ебнуло. Че, ты затанчишь корабль уже? Да. Короче, я пета взорвал, там по кому-то 15к кританула, и вар сразу бы ша закрутил по всем. Эй, блядь. Не сагри, дракон. Идите, кто тут на корабле есть? О, все, тут шкаф есть. А где Алуквард? Ебать, забись, монетку полутал уже, ее прикрутил нахуй. Теперь у меня этой монетки нету, и то, что я выкрутил, этого тоже нету. И теперь я взять монетку не могу. Ебать, жесткий скам какой-то, блядь. Тыкайте на суман. Еще бы один чел на своем маунте отошел из шкафа. Ой, все виновата, Юля. А где масси нету, да? Да. У меня клиент до сих пор обновляется почему-то. Тебе надо что-то с кораблей? Не-а. А где вы, блядь? Вары, нахуй, сука, смотрите. Так а ты там что, проверку клиента включил или что? Я? Нет. Ну да. Тут какую-то ошибку выдало, и нет, теперь просто ползунок даже не двигается. Попробуй через ран зайти и все. Этот хант, это, блядь. Просто сдох. Слезь, откуда, где ты там, куда залез? Я тебя бафнуть не могу, блядь. Будешь без кулака сейчас бегать. Плевать, это корабли. Ресните его, что он лежит как кусок. Говна. Этого я не говорю. Дирмича? Хорош. А кто этому бомжу верну отдал? Даже с Гролахэм, да? Он сотку на нее кинул. Сказал бы это, твина мне отдам и все. У тебя два чара. Пусть откисает. Да, Кирилл, мы, кстати, написали завтра Т4 будет, что стоит. Спекнись на Саурфе в этого, в Бладу, Алукард в анхолике. Покидаешь истерию. Первый и последний раз 4-4 дамажим. Ебать. Да. Это типа в одного танка, что ли? Нет, два. А, типа в анхолике танки, да? Типа он в Блада спекнется и кинет мне на одну истерию больше. Это понял? Жестко, это жестко.
Алукард, забирай трэш на нашем корабле, не спи. Вон трэш бегает, на нашем корабле забирай, полетели на то. Оставь мне эту мабанис. Ну куда? После следующего мага улетайте. Ну, убейте мага и улетайте. А что, не протанчишь больше? Уже много стаков. Мне на 40, где-то на 50 на полтиннике шотнить надо. Я ж вон холик, тем более, у меня нет воли этой. Я ж не спеклся. Сбегаем с корабля. Алукард, ты так и не выключил аддон. Все, можно обратно лететь. Блять! Пизда, нахуй, я упал, блять. Валентайн Берни. Дайте ему каску. Дайте просил, пожалуйста. Все, я просил. Полетели на тот. Не будь так жесток с собой, это всего лишь корабль. А где еще две? Че вы свалили, девочки? Понял, извините. Так, а что ты молчишь, Руинер? Кто, я? А кто, я? Да я сейчас снял 3 сотки, нахуй, за это. Настя охуела, мне еще 2 сотки. Я про другого говорю, то, что ты свалил с корабля. А, так это специально, только я рассчитывал, чтобы тебя убили, блять, а не отдали. Я лаконфил. Да ну нахуй. Хуета. Да ладно, сорян, да. Честно, не хотел, чтобы ты умер.
Если никому не надо, я две штуки себе забираю, продаю вендору. Шоу, карт ван холики такие. А есть рыбешка? Рыбешечка. Да, хавать.